Приветствую всех на канале «Корейская кухня. Проще простого». Сегодня мы приготовим одно из самых популярных корейских блюд – хе. Хе из рыбы. Что нам для этого нужно? Филе рыбы. Я взяла судака, потому что у него нет мелких косточек. Лучше всего брать рыбу без мелких косточек. Зеленый лук, репчатый, чеснок, перчик. Перчик – по желанию, можно положить острый, полуострый. Я взяла болгарский перец. Сахар, молотая кинза, глутамат натрия, черный перец. Глутамат натрия, если вы его не используете, можете не ложить. Я глутамат всегда использую. Красный перец, растительное масло. Режем филе на брусочки небольшого размера. Чтобы обезопасить рыбу, мы ее заливаем уксусом, и для того, чтобы она не была сырой. Уксус я беру 70%. На 200 грамм филе примерно 2 столовые ложки уксуса. Даже 1,5 достаточно будет. Перемешиваем, чтобы каждый кусочек пропитался уксусом. И оставляем рыбу примерно на 1–1.5 часа. Отложим пока. А сейчас приготовим перцовое масло. Что нам для этого нужно? Нам нужно растительное масло и перец. Очень важно перец сухой, красный, брать очень яркого, насыщенного цвета. Если перец будет некрасивого, коричневого оттенка, масло получится тоже некрасивое. И затем салат, в который мы будем добавлять это масло, получится не совсем аппетитного вида. Итак, включаем плиту. Берем примерно 250 мл растительного масла. Вы можете взять поменьше. Я беру 250 мл с учетом того, что это масло у меня останется еще и на другие салаты примерно на 7–8 раз. Разогреваем его. Я разогрела 250 мл масла в сотейнике. Разогревать нужно его... У меня, к сожалению, нет термометра, но разогреваем его настолько, чтобы не пошел дым. Если масло перегреется, перец просто-напросто сгорит. Поэтому разогреваем его так, чтобы до появления дыма. В разогретое масло я добавляю несколько ложек красного перца. Вот видите, оно сразу у нас зажарилось. Главное не дышать этим перцем, запахом. Вот такое перцовое масло у нас должно получиться. Сейчас добавлю еще. Если, повторюсь, масло будет слишком горячим, перец сгорит и будут черные хлопья. Для чего нам это нужно? Жареный в масле перец придает особый вкус всем блюдам. А самое главное, будет еще и красивый цвет. Итак, это масло потом можно будет хранить в холодильнике в стеклянной посуде. Начнем готовить.
Лука можно брать поменьше, кто как любит. Перца будет достаточно половинки. На 200 грамм рыбы этого будет достаточно. Но кто любит побольше перца, может положить побольше. И еще зеленый. Выдавим чеснок. На 200 грамм рыбы достаточно будет пару больших долек. Итак, рыба у нас простояла около часа и хорошо промариновалась. Теперь смешиваем овощи вместе с рыбой. Добавляем глутамат натрия 5 грамм, 3 грамма сухой молотой кинзы, 10 граммов сахара, черный перец и соль. Примерно половина столовой ложки. Перцовое масло. Простое растительное масло. И все перемешиваем. Пока не растворятся соль, сахар. Теперь даем постоять хе около часа, и можно есть.